Сегодня мы делаем вкусный и быстрый в приготовлении салат из доступных и недорогих продуктов. Начнем! Для этого нам понадобится отварной картофель в мундирах, редис, чеснок, зеленый лучок, укроп, соль, перец, горчица. И у меня греческий йогурт без добавок. Если вы хотите, вы можете добавлять сметану. Чистим и нарезаем картофель. Я нарезаю кубиками. Вы нарезайте так, как вам удобно. Редис нарезаю полукольцами. Зеленый лучок. Нарежем укроп и будем делать заправку. К йогурту выжимаю чеснок. Добавляем горчицу. Я добавляю перец. Кому нужно, добавляйте соль. Перемешиваем. Добавляем в салат. Перемешиваем. Все готово, можем сервировать. Салатик готов. Как видите, все делается легко, просто и быстро. Попробуйте и вы, может быть, и вам понравится. Приятного аппетита!